Всем привет, с вами Селена Свей, и сегодня я расскажу, как я быстро делаю свои идеальные брови. Как вы знаете, сейчас брови очень модные, широкие, и я нашла простую возможность делать такие брови, как я хочу. И сейчас я с вами поделюсь. Если вам нравятся мои бровки сейчас, оставайтесь со мной, я расскажу, как я это делаю. Для того, чтобы у вас были такие бровки, как у меня, я использую тень Диваж для блондинок. Я буду использовать темный цвет. Кисть для теней. Обычная кисть для теней. Не для бровей, не скошенная. Расчесочка для бровей. Трафаретики от Диваж. И пару ватных палочек. Для начала я расскажу вам основные критерии, как строится бровь, для тех, кто этого не знает. Начало брови у нас должно начинаться, если мы поставим линеечку, вот через эту точку, начало глаза, у нас начинаться бровь должна здесь именно. Ровная линия, с одной и с другой стороны. Дальше, высшая точка, мы отмечаем через середину глаза, то есть отсюда. И если мы прямо смотрим, через зрачок мы делаем линию. Смотрю на себя и на вас, непонятно. В общем, здесь должна быть точка ровная. Но когда вы будете смотреть в зеркало, вам будет виднее. И конечная точка, это через конец. Опять же, через это и конец глаза. Здесь должна заканчиваться бровь. Если вы поставите эти три точки, то вы спокойно через них нарисуете идеальную для себя бровь. Ширину и толщину вы уже будете делать сами. Почему я говорю? Потому что это понадобится вам для построения брови через трафарет. Одну бровку я стерла сейчас. Они у меня сейчас темные, поэтому я буду использовать темный цвет из блондинок. Итак, я беру свой трафаретик, набираю на кисточку тени. Расчесываю бровки. Прикладываю трафаретик. С учетом всех нюансов, которые я вам сказала. Здесь удобные есть подсказки, линии. Передние мы можем не считать. Главное, ориентируемся по высшей точке. Все под низ подложили, под низом все ровненько и красим бровь. Не боимся. Смело красим. Убираем. Если вдруг неправильно что-то наложили, бывает не угадаешь, то вы просто берете ватный тампончик и равняете. Я сверху чуть-чуть зарезала. Ровную линию делаем. Внизу проходим, чтобы было ровненько. Немножко утончаем нашу здесь сбоку. Вот и все. Бровку также закрепляем гелем Art Deco. Я использую. И по вот этой бровке, вот я хочу такую бровку, да, я буду себе щипать. Потом вот уже скоро пощипать брови надо будет. Где-то пощипать, где-то отрезать. Мне кажется, что вот такие бровки идеальные. Цвет, конечно, мне посветлее было бы хорошо, но, к сожалению, покрасила уже брови. Пока крашу темным. Он тоже смотрится хорошо. Сейчас у меня не накрашенная, поэтому немножечко выделяются брови. А так вы можете видеть в моих видео, я всегда делаю бровки именно так. Вот и все. С вами была Селена Свей. Если вам понравились мои бровки и как быстро я это делаю, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал.
не упустите новые видео. Пока-пока!